мы вышли в Баухаус ехать. Папа катит коляску, Кирюша катит тележку. Он сегодня в такой курточке. Да? На ней, кстати, еще даже светоотражающие полоски. Вот эти вот жабьи лапки, они тоже светоотражающие. Вообще, всем-всем я довольна в этой куртке. Супер. Аня у нас тоже в дождевичке, я ее позже покажу. Она у нас тоже симпатюля. Но очень какая-то она сегодня серьезная. Прям, ну, очень серьезная. Вот, так что мы едем в Баухаус. Папе там надо всякие мужские штучки. Мы пока доехали, Аня уснула. У нее вот тоже дождевичок такой, это я еще в Украине покупала. Такой плащик. Вот, мне пригодился. Я еще не деньги, так что поносим. Стройка идет быстро-быстро, уже стены начали выгонять. Хотя мы вот на прошлой неделе были, еще этих стен не было. И, кстати, по субботам стройка работает. Удивительно. Сегодня проезд автобусов бесплатный. Я только что безуспешно пыталась карточкой оплатить. Но водитель сказал, что сегодня бесплатно. А с сегодняшнего, не сегодняшнего дня, с 1-го, по-моему, числа вводится новый план поездок автобусов, поездов, поэтому сегодня типа такой пробный день, когда ты можешь поездить бесплатно и опробовать эти маршруты, наверное. Такой бонус для горожан. Там вот есть такой, в нем можно утепиться как-то, ну, заблудиться прямо. Если не туда ходишь, вон ты там заблудишься, вон как-то там трава можно. В Баухаусе уже вовсю готовятся к Новому году. Сколько такая красота? 13 евро. Мишки, елочки. Ну, чтобы вы понимали, это не один ряд. Это вот много, но просто мне неудобно снимать. Все, чего только душа пожелает. Шарики на этой стороне вот. И эта же елка есть. Вот упаковки елки. 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 Украшалки. Вот это все огромные елки. Ну, елки это не интересно, а у вас сколько елок? Какие только. Подставки под елки, елки. Красота. Туда не хочу. Это искусственные цветы. Блин, ну смотрятся реально как живые. Любое такое поставь себе и красиво стоит. Просто вот. Чё хочешь? А вот такие красивые цветочки. Что такое? Кто там проснулся? А вот эти цвета просто. Офигеть. Вот еще. Я не попела. Вкусно? Мы засели в кафешке при Баухаусе, папа наш делает покупки. Аню мы уже накормили фруктовой пюрешкой. Вот. Кирюша доедает свой рогалик.
Вот. Папа где-то там гуляет. Ну, а там мы сидим в кафешке. Здесь опять очень вкусно пахнет. Тут опять куча всяких вкусностей. Да? Глаза разбегаются. Аня жует кошелек. Да. Аня, Аня. Автобан. Стены такие огромные. Мы приехали в огромный гипермаркет. Это Марткал. Переходим в дорогу. Пойдем посмотрим, как устроен там супермаркет. О, цветочки. Какие-то поделки. Витрины прикольные. В общем, он огромный. Всякие квашения. Огурчики. А. Здесь мы нашли бублики. Овсяные пряники. Вот у нас коробка здесь. Палочки вон внизу, кукурузные. Маленькие бублики, пряники. Вот даже рачок есть. В общем, где бублики, мы нашли. А вот она, гречка. Килограмм 2,69. И пшено за килограмм 2,29. Видео специально для мамы Иры. По 5 евро такие, а? В общем, я хочу сказать, что этот магазин огромен. Чтобы его всего все обойти, ну я не знаю, дня точно не хватит. Смотри, вот как в Сельпо на фабрике, только все кассы работают. Ну да. А не надо одну искать, которая из них всех работает. Короче, он огромный, огромнейший. Мы все не обошли сегодня. Мы не обошли даже, наверное, и половину. Полевая кухня. Полевая кухня. Сегодня в меню сырный суп с курицей и сухариками. Не, не с курицей. Не хохай. А. Ну, короче, это не курица. Ой, подожди. Чего? В Дэмми есть вот специальная стойка для упаковки. Можно упаковать типа подарка. Еще у них есть вот такой вот утилизатор мусора. Если принесем свои батарейки, которые у нас накапливаются. Цены на деревянные ложки. Смотрите, какая клумба классная. Супер. Вот такой. На каждой остановке висит расписание автобусов, которые здесь ходят. Вот, потом когда они ходят, вот, с понедельника по пятницу, в субботу, в воскресенье и в праздники. Вот. В каком часу, во сколько минут придет. Остановки все указаны. К вечеру погодка распогодилась, появилось солнышко. На завтра вообще у нас обещают очень солнечный день. Ну, мы уже погуляли и идем домой. Будем готовить ужин, будем валяться на кровати и отдыхать. Потому что мы сегодня находились, нагулялись, у нас болят ручки-ножки. Анечка вот на мне висит, Кирюша с папой сзади идут. Вот, вот они идут. А видела он те красные листики? Какие? На нашем доме? Видела, да, я даже снимала их. Мы купили Кирюшу вот такую к
книжку большую. Ну вот, и мне ее приходится нести, потому что Кирюша решил смотреть ее по дороге. Вот, и натыкался на все препятствия.